очень эмоциональная сходка. Насколько она была принципиальная, вот эта победа? Мы привыкли, ты приучил нас, вернее, к тому, что ты всегда доминируешь на протяжении всей схватки, и мало кому удается даже завершить ее просто хотя бы на все 6 минут растянуть, потому что ты обычно не слышишь, что? Вроде все нормально, разминку хорошо сделал. Например, когда вышел, но руки, ноги остановились. Не знаю, в чем проблема. Вроде хорошо настроен был. Что-то хотел делать, ничего не получалось. Может, из-за весогонки, нет? Не, весогонки ничего такого не было. 2 килограмма. Как тебе соперник? Федор Болтуев на фоне тебя проявил себя очень хорошо. И... До финала тоже хорошо себя проявил. Когда удалось завоевать 4 балла вот этих? Твое мнение, как вообще так получилось и что в этом эпизоде происходит? Ну, это мой короткий прием. Да, я делаю. Ты успел подумать за такой короткий ответ? Ну это я специально руку поймал, специально нахлестал, чтобы сделать прием. А он, наверное, думал, то, что у меня получится. На протяжении всего поединка не было мысли, вот уже, особенно когда он начал догонять и пошел? Ну, наоборот, когда уже после 4 было, я думал, сейчас начну бороться. Все остановилось. Вроде хорошо разминку делал. Аббас, скажи, 4-бальный бросок как-то психологически повлиял на ход схватки? Нет, это же борьба, вообще всякое бывает. 4 балла, 2 балла. Просто надо выходить и бороться. А если бы не было этих 4 баллов, как бы действовал дальше? Были силы еще работать? Да, конечно, еще полторы минуты было, там полторы минуты можно 10 баллов взять. Просто характер немного поединка изменился, потому что то и да, конечно, уже, когда минута осталась, мне уже пришло все. Но было ли у тебя ощущение, что ты, возможно, проиграешь? Нет, я ощущения не было. Можно ли сказать? Может, я еще больше перенастроился из этого, как у меня. Я уверен был, я даже думал, 10-0, наверное, сделал. И такое получилось. Ты заранее золотую медаль вешал, Аббас, это могло повлиять как-то? Я даже это не считал, если честно. Мне говорили, настроиться, какой бы соперник не был, надо настроиться. После этого я настраивался. Самое главное, выиграл, победу заработал, а дальше, какой счет, это не самое главное. Главное, красивую борьбу показали. И болельщиков обрадовали, и некоторых там болельщиков вот жест какой-то был, да. Да. Я комментарии тоже читал, что некоторые такие были, что он меня сильно выиграет. И когда они уже начали бороться, может, за то, что так устал и получилось. Если кого-то обидел, я извиняюсь, такого не было, чтобы кого-то обидел, просто эмоции. Просто таким эмоциональным мы тебя еще не видели. Ну вот, иногда бывает такое. Это поддержка зрителей больше была, соперника поддерживали. Это влияло на тебя как-то, может быть? Нет, конечно. Да, если она приехали, вот столько человек, вот все. Они всегда со мной, куда бы я не летел. Личная поддержка тоже мне хватает. То есть вот эти 5-6 человек перекрикнули, вот это все. Да, конечно. Сагир Шакиев сказал на чемпионате мира в Иране, в Норвегии, что иранские болельщики, которые поддерживали его соперника, на самом деле ему помогли. Вот можно сказать, что тебе помогли вот болельщики? Ну, конечно. Они сколько километров они прошли и приехали. Нет, я говорю, можно сказать, что тебе помогла поддержка? Конечно, они так кричали. Ты согласен с тем, что эти последние 10 секунд схватки были, наверное, самыми тяжелыми для тебя на протяжении 2 последних лет? Ну, так тоже, не знаю, но были тяжелые, долго шли. Аббас, скажи, когда мы увидим тебя в весовой категории до 65 килограмм? Скоро. На чемпионате России? Точно не могу сказать. Еще есть свои цели, которые надо делать потом уже потихоньку. Собрать всю коллекцию медалей 61 и спокойно переходить. Да, просто пока некуда спешить. Аккуратно перейдем. С другой стороны, согласись, что 65 килограмм у тебя будет больше силы, энергии, чем у. Чуть массу набрать, потом уже потихоньку. И последний вопрос. Насколько удовлетворение золото принесло? Финал был завораживающий для болельщиков, для тебя сказал то, что тяжело дался. В целом, подведи итог для себя. Только кто стал чемпионом, я очень доволен. И самое главное, заработал путевку на чемпионат Европы. Домой приедем, над ошибками поработаем, и уже следующий исход, думаю, уже другой будет. Еще если не было бы провеса, тут уже другая борьба была бы.
меня считают один делают, проблем нету, а у моих соперников у многих есть. Когда они считают один делают, на Россию посмотрим. С другой стороны, Аббас, не надо для того, чтобы завоевать какое-то большое высокое место, нужно много энергии и пота оставить, и где-то так год начался не просто, но с победой. Это хорошо. Да, вообще, в прошлом году тоже все отдохнули. Все вот в годы пойдет. Очень сильно уставший. И вот, когда сюда летел, я кругом тоже написал, что я 50%, наверное, форму был, приводил. Сегодня слишком устал чемпионом, очень доволен. Каково это быть профессионалом? Чувствуешь себя профессионалом? Я себя не чувствую профессионалом. Тут очень много профессионалов. Просто я то, что смог, сделал и обрадовался этим. Меня в первую очередь.